Всем привет, с вами Маша, и вы смотрите канал «Похудение мамы и дочки». Сегодняшнее видео будет из рубрики «Ешьте и худейте вместе с нами», и я покажу вам, как готовлю один из своих любимых салатов. Я знаю, что вам нравится эта рубрика, так что приглашаю всех на мою кухню, добро пожаловать! Для салата я взяла следующие ингредиенты. Куриную грудку, здесь у меня два кусочка без кожи, шампиньоны. У меня, вот как вы видите, большая тарелка сверху, но вы можете взять чуть больше, чуть меньше. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений. Затем я буду использовать зелень, у меня петрушка. Также можно взять кинзу, укроп, любую другую зелень. Можно перемешать несколько видов зелени, тоже все здесь зависит от ваших предпочтений. И, наконец, я буду использовать консервированные ананасы. Сейчас я вымою и поставлю варить куриную грудку. То же самое сделаю с грибами. И пока они будут отвариваться, я нарежу ананасы и зелень. И затем включусь. И покажу вам, что я буду делать дальше. У меня уже все готово. Я нарезала куриную грудку, шампиньоны. Здесь у меня ананасы и петрушка. Также мне понадобится заправка. Я использую либо натуральный йогурт, либо мягкий нежный творог. Сегодня у меня творог 4,5% жирности, тот самый, который я употребляю, когда по вечерам очень хочется есть. И здесь у меня уже практически пустой стакан, это был сироп из-под ананасов, я его очень люблю и всегда пью. Хотя в нем есть сахар, но в 100 граммах чуть более 60 килокалорий. Так что от одного стакана ничего не случится, я его всегда-всегда пью, потому что очень люблю его и ананасы. И на процесс похудения он никак не влияет, в смысле в негативном ключе. Я сейчас все перемешаю, заправлю и покажу вам, что у меня получилось в итоге. Такой получился салат, и я его украсила веточкой укропа. Я его очень люблю, надеюсь, он понравится и вам. Его еще можно поперчить и посолить, но, как вы знаете, соль я добавляю только к себе в тарелку, и это тоже является одной из фишек похудения. Сейчас уже около 6 часов, сяду буду есть, потому что после 6 я строго ничего не ем. И не только из-за джинсов, я также готовлюсь к дню рождения. Кстати говоря, джинсы я уже влезла, у меня сейчас второй этап. Первый этап был, когда я их натянула и с огромным трудом застегнула, лежа в постели, втянув живот и затаив дыхание. Сейчас они уже застегиваются нормально, в положении стоя, как говорится. Но еще можно, конечно же, подхудеть, чтобы они сидели лучше. Ну вот на днях я планирую записать видео, вам покажу, как они на мне сидят. Такое было видео, мои дорогие. Благодарю всех за внимание. Всем отличного настроения, удачного дня и приятного аппетита. Увидимся очень скоро. Пока-пока.